Більше на тему щастя ми поговоримо із психологом Тамарою Славінською. Вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. Щойно ми чули з сюжету, що багато черкащан не вважають себе щасливими. На вашу думку, в чому причина такого песимізму? Ну, в первую очередь, наверное, немножко влияют внешние какие-то обстоятельства. Но в большей степени все равно это внутреннее качество человека, внутреннее убеждение, счастлив он или нет. У нас просто люди за времена Советского Союза привыкли, что им все давало государство, и они не могут сейчас сами как бы добиваться чего-то. И поэтому, наверное, скорее всего, вот по этой причине, это важнее, вернее, причина, более важная, чем то, что у нас как-то в стране не все стабильно, не все так, как бы нам хотелось. Что потрібно робити, щоб кожного дня відчувати радість? Ну, для начала нужно определить, что вообще такое счастье для человека, в чем оно заключается. То есть поставить себе цель и потом уже как бы к ней стремиться обрисовать. Потом нужно найти какие-то удовольствия, которые человек может себе предоставить. То есть в чем радость? Ну, для кого-то это там прогулка с подругой в кафе или еще что-то. Потом еще нужно научиться человеку принимать себя таким, как он есть. Чтобы не говорили окружающие, ты для себя должен быть самым ценным. Еще очень важным есть также формирование своей какой-то определенной занятости. Когда у человека очень много видов деятельности, он, тогда ему некогда скучать, он чем-то занят все время. И эта деятельность, она разнообразная, а это разнообразие вносит тоже свою лепту в то, что человек чувствует себя счастливым. Ну и немаловажным для счастья есть здоровье, поэтому про него нельзя никогда забывать, нужно тоже о нем беспокоиться. Вот та же самая зарядка по утрам – это такой залог бодрости, что ли, на целый день, и человек уже будет счастливым. Нужно чаще и больше улыбаться, даже если у вас нет настроения, просто, как говорят, растянитесь в улыбке. И когда растягиваются мышцы лица, все равно у человека поднимается тонус. И старайтесь чувствовать себя, вот даже если вы несчастливы, играть в счастье. И когда играешь, вспомните себя в детстве, когда вы играли в игры, вы жили в них. Так и здесь, если вы будете играть себя как счастливого человека, то счастье тоже будет. Скажіть, будь ласка, чи існує якась особлива дієта для підняття настрою? Ну, спеціальної дієти, мабуть, все-таки нет, но есть такие продукты, которые как-то помогут поднять нам настроение. Заграничные ученые, там диетологи проводили исследования, они продукты вот распределили на такие ступени. На третьем месте они поставили красную икру. Ну, кроме того, что она очень вкусная, еще само по себе чисто психологически понятие того, что это продукт дорогостоящий, его могут позволить себе люди, у которых хорошее благосостояние. Потом на втором месте стоит шоколад, печенье, пирожные, торты. Это уже все известно, что шоколад – это гормон счастья, и когда кушаешь шоколад, то вроде как радость. И знаем мы, что все, у кого что-то в жизни случается, то обычно заедают все свои горести какими-то сладостями. От этого и люди поправляются. Ну и на первом месте, как ни странно, стоит жареная картошка. Вот так решили. Но кроме этого еще могу вот как психолог просто посоветовать продукты, которые яркие очень. Вот те же самые фрукты, вот, например, апельсины. Мы когда вспоминаем о них, это всегда где-то связано с Новым годом. Новый год – это детство. Праздники. Да, детство. И как бы получается, что да, мы возвращаемся. В детстве мы в большинстве своем были счастливы, и это тоже. Хорошо бы еще, когда вы питаетесь, чтобы это все было красиво преподнесено. Это тоже не просто как-нибудь насыпано, а красиво. Мы же для детей, чтобы он скушал, мы стараемся ему как-то это приукрасить, что-то придумать. Я думаю, что взрослому человеку тоже приятно. Вы в ресторан пойдете, будете есть уже жареную картошку, но вам ее преподнесут очень красиво, и это намного приятнее. Зрозуміло. І останнє запитання. Восени люди часто скаржаться на так звану осінню депресію. Що ви порадите робити з таким настроєм? Ну, опять же, в жизни должны быть яркие краски. Это могут быть краски в прямом смысле этого слова, то есть те же самые яркие какие-то продукты, яркие краски в комнате, в окружении.
яркая одежда. Мы почему-то привыкли, что когда наступает лето, мы все одеваемся ярко и красиво. Как только наступает осень, все кутаемся в серое, черное, коричневое. Вот, надо бы как раз вот в это время и одевать такие яркие краски. Надо, чтобы окружали люди счастливые. Стараться больше смеяться. Это тоже такой один из моментов, когда человек становится счастливым. Смех он заряжает, он радует, он поднимает настроение. Поэтому даже если не хочется, надо все равно улыбаться. Завести такое правило, что из дома я выхожу только когда у меня улыбка на лице. Я дякую вам за поради, бажаю вам щастя, до побачення. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка Новин була психолог Тамара Славінська.